Ну, наконец-то мы приехали в Икею. Давно я здесь не была. Мы здесь давно не были. Последний раз я не помню. Наверное, пару лет назад. Вот она, Икея огромная. Не знаю, что мы там интересного можем увидеть, но мы вам покажем. Энтрата. Вход. Посмотрите, при входе меряют температуру. Сегодня у нас 30 октября, по-моему. В общем, суббота, я не знаю точно день. Посмотрите, меряют температуру, заходит каждый по очереди. Мы тоже к ним присоединяемся. Итак, мы померили температуру, обработали руки и поднимаемся наверх. Мне уже сделали замечание, меня попросили одеть маску наверх, поскольку говорить с закрытой маской на лице, меня будет вам просто плохо слышно. Как же мне все это нравится. Все, что создает домашний уют. Показать, конечно, все невозможно. Мы зашли в... Как вам сказать... Вот вариант обстановки комнаты. Нравится. Нравится уют, красота и современная мебель. Продолжаем наш путь. А вот еще один из вариантов. Оно больше напоминает студию. Когда одна комната и кухня. И жилая зона. Все в одном месте. Ну, не спеша, посмотрим. Не спеша. Возможно, вам будет интересно увидеть цены. Кое-какие цены можно посмотреть. А вот и зона отдыха. Попробую увидеть где-то цену, рассмотреть хоть что-то, где-то ценник. Так, Тасудзеро, кушина, кухня, 108 евро. Так. А комплект, вот он, 3747. Кушина, что это имеет в виду? Кухня? Франко, коль прецеченто, то ди коса? Аль месе, и 40 рад. А, это оплата в месяц, если брать 40, 40 раз, 40 платежей будет по 108 евро 65 чентезмов. Это мне объяснено. Да. А, спасибо. Он говорит, Люба, ну, пойдем, иначе это не закончится. Покажу быстренько диваны, какие диваны здесь стоят. Есть в продаже. Цены от 300 евро, 349, вон болтается ценник, и 249. Модели, цвета разные. Ну, что-то в них есть общее. Ценник 299. Но если я буду возле каждого дивана останавливаться или каждого предмета, нам не хватит 24 часов. Поэтому очень бегло, поверху. Вот так, вот так, вот так. Все, уходим. А вот здесь написано, добро пожаловать в наш дом, 36 метров квадратных. Давайте заглянем в обстановку маленького, маленькой жилой площади. Так, это наподобие гостиной. Вот так вот, зона отдыха. Затем зона, спальная зона. Там цена 269, она имеет в виду комплект постельный, там все такое. А, кухня. Ну, конечно, что говорить, все это очень уютно, очень красиво. Народу много, сзади я стараюсь в камеру никого не брать. И сюда же входит ванная, душевая комната. Комната, стиральная машина, автомат, душевая комната. Так, все здесь есть.
маленькая площадь, но очень уютно обставленная. Ну, а здесь представлены кровати или спальная комната. Время, варианты. Смотрим варианты. Цены 519. Так, далее. Далее, далее. Везде люди. Стараюсь не показывать людей. Приходится остаться за спиной, к сожалению. Все это быстренько. Это то, что успеете посмотреть. Или то, что успею показать, точнее. 399, я думаю, что это кровать. Выбор огромнейший. Дальше пройти в ту зону. Здесь надо предъявить QR-код. Вот именно сейчас эта процедура будет. Я камеру отведу в сторону, сейчас мы последим. Туда дальше не могут пройти, только по предъявлению QR-кода. Но нам туда не надо. Незадолго до того, как я навела камеру на эту, в эту зону, здесь именно шла процедура, когда проверяли QR-коды. Ну, а здесь уже наборы для ванных комнат идут. Мы прогулялись, посмотрели везде, всюду. Невозможно просто все показать. Это просто невозможно. Сделали кое-какие покупочки такие маленькие. То, что мне понравилось, покажу чуть позже. Ну и все, пожалуй, мы идем на выход. Здесь уже появились рождественские новогодние украшения. Атмосфера такая, вот мне нравится, перед Рождеством, перед Новым годом, когда все это придает какое-то предпраздничное настроение, ожидание какой-то невероятной красивой сказки. Самый любимый праздник. Рождество, Новый год. Все, мы вышли с магазина. Вот посмотрите, это очередь. Это вот такая очередь, вход, чтобы войти в Икею. На кассе мы рассчитались и уже готовы были уходить. Нас остановили, попросили чек. Я показала чек, пересчитали товар. Была такая проверка выборочная, скажем. То есть там рассчитываешься на кассе при помощи автомата. В общем, все в порядке. Парковочная площадка полная. Смотрите, какой поток машин. Здесь сколько машин, сколько посетителей. Суббота, выходной. Выезжают люди. Выезжает кто, едет на море, кто делает покупки. Каждый проводит свои выходные так, как ему надо, как ему хочется. Огромная Икея. И, конечно, я вам хочу показать то, что мы купили. Мы взяли 6 чашечек вот таких стеклянных для завтрака. Там были разные, были из керамики, разные, разного цвета, разных форм. Я выбрала стеклянные. Далее подставочки под горячие в наборе, 3 штучки, легкие такие. А подставочка очень удобная для гаджетов, для телефонов, iPad, айфонов и для... Ну, что не для гаджетов, ладно, для телефонов и для всего такого. Набор для овощей, вот такой удобный, пусть будет. И мне понравился маленький подносик, вот такой удобный, маленький, пусть будет.
купила вот набор салфеточки такие симпатичные. Пусть будут. Салфетки красные к Рождеству, на Новый год. Пусть будет. И за все за это заплатили мы 34 евро. Ну, где-то около 35. Ну и все. Все на этом. Я, как всегда, говорю всем пока. До встречи. Всего вам доброго.